На форум прибыли около 2000 участников – партийцев и руководителей регионов страны. Среди них и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В своем выступлении президент отметил, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой в стране. И прежде всего, одна из важных задач, которая сегодня стоит перед партией – слаженная и ответственная работа по реализации приоритетов развития России. Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни. И, что очень важно, сами участвовали в этой совместной работе. Видели, что все наши совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения в жизни человека. Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова или пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней. Основные направления работы «Единой России» обозначил председатель партии Дмитрий Медведев. В том числе речь шла и о развитии сельских территорий. Так, со следующего года около 4000 человек смогут принять участие в программе «Земский учитель». В свою очередь глава Кубани отметил, что в крае в сельскую местность планируют привлечь более 100 педагогов. Они получат выплату в размере 1 миллиона рублей.